не стоит явно. Еще с самого утра на перроне выстроился плотный коридор. Журналисты, почетные гости и те, кто жаждет первым увидеть знаменитое пламя. Железной дорогой в Саратов прибывает масштабнейшая эстафета Олимпийского огня. Хранители огня перевозят его в специальной лампаде. От нее свой факел зажжет первый факелоносец, и тогда один из главных символов Олимпиады устремится по улицам города. Начало эстафеты на привокзальной площади. С приветственным словом выступает заместитель председателя правительства Михаил Горемыко. Добрый день, уважаемые гости! Сегодня у нас действительно замечательный, торжественный, долгожданный и счастливый день. Саратовская область принимает эстафету Олимпийского огня Сочи-2014. Первым принимает факел на саратовской земле олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров. Три! Два! Один! Старт Олимпийского огня! Олимпийский огонь! 22-х зимних Олимпийских игр в городе Сочи! Известный чемпион утверждает, даже моросящий все утро дождь не испортит праздничного настроения. В промежутке между фотосессией делится первыми впечатлениями. Да, это очень приятно, особенно. Я понимаю масштаб Олимпийских игр и знаю, что это такое, поэтому ощущение очень такое, будоражит прям все внутри. Здорово. Команда факелоносцев – это выдающиеся саратовские спортсмены, политики и общественные деятели. Всего 250 человек. Маршрут эстафеты – 50 с небольшим километров. Один из самых длинных среди российских городов. Сопровождает шествие праздничный кортеж. Он движется по центральным улицам города так, чтобы памятное событие увидели как можно больше саратовцев. Сегодня твой день. Неси факел высоко и гордо над головой. Ура, ура! Программа эстафеты включает посещение самых известных и красивых мест нашего города. Так, Олимпийский факел Сочи 2014 прибывает на площадь перед консерваторией, где шествие берет небольшой перерыв, а медиаплощадка встречает гостей развлекательной программой. И снова спорты собраны, ликует зал. Победа новым готовится, пьедестал. И в лучи все назад. Не успели участники эстафеты перевести дух, как вновь лучина зажигает пламя в очередном факеле, и олимпийский символ устремляется на новой улице. Финал праздника намечен на вечер, когда последний факелоносец поднимет священный огонь на театральной площади Саратова, а уже 7 февраля этот же огонь прибудет в Сочи, где даст старт зимним олимпийским играм.